Здравствуйте, друзья, доброе утро. Вы видите, как поливается наш лимончик. Вот тут есть люди любопытные, спрашивают, как там лимончик, как? Я только напоминаю, что у нас два лимончика. Один в Сан-Ивеле, где мы сейчас находимся, а второй в Санта-Крузе. В Санта-Крузе куст большой, ему 3 года, а здесь маленький, ему год. И в Санта-Крузе холоднее существенно, поэтому там плоды зеленые, а здесь такие желтые, но их много. Они такая гроздь серьезная. Света, надо как-то, мне кажется, разгрузить. Он наклоняется. Да, нам нужно срезать. Причем, может быть, даже с той стороны, с которой мы не видим, более желтый. Вот мне там кажется. Вот там, да, вот там, справа. Да, за эти стыльные стороны. Давай я тебе принесу, чем отрезать, или давай. Ты рукой отрежешь? Я могу рукой отрезать. Ну, тогда нужно туда зайти с той стороны. Да, сейчас зайдем. Давай я тебе камеру отдам. Да, я тебя буду снимать. Давай. Желтенькая вот тут. Надо сказать, что... А, Цвет, ничего? Давай, может быть, еще один возьмем для порядка. Слушай, как он пахнет, это просто какая-то сказка. А вот интересно, говорят, что нужно кипятком обдать. Но так это для того, чтобы цедру есть? Или это влияет на внутренности тоже? Ты знаешь, вот он на срыве, на соках, которые там естественным образом текут, у него совершенно невероятный запах. Друзья. Света, скажи, что мы сделаем с этими двумя плодами? Сейчас раннее утро, мы только встали, и вот мы сейчас пойдем и выпьем его с теплой водичкой. Шикарно. Просто водичка теплая и лимончик. Да. Все. Это такой чай без чая. Вот только непонятно, он довольно-таки, он хоть это смесь вообще-то лимон с апельсином, он не такой кислый, как настоящие лимоны. Апельсина я тут не вижу. Но он очень приятный на вкус, он не такой кислый. Это Мейерс, мне кажется, что если мы один лимон пополам возьмем, это все равно будет очень кисло. Это сорт Мейерс? Мейерс, ага. Это лимон. Нет, это, конечно, лимон такого сорта. Он устойчивый к болезням, ко всему, он хороший лимон. Света, не могу ждать, побежали.